Малаховский летний театр открывает сезон. Сегодня показывают аллегорическую повесть-сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». На спектакле работал Богдан Колесников. Для Максима Славнова это вторая премьера. В прошлом году юный артист выходил на сцену летнего театра в спектакле «Остров сокровищ». Над ролью в «Маленьком принце» работал несколько месяцев. Я вижу его очень любопытного. Он всех спрашивает. Вежливого, потому что он с каждым прощается. Доброго, потому что он всегда слушает за всех. Когда мы хотели придумать какую-то сказку, мы решили сделать что-то волшебное, удивительное. Я написала сценарий, и вдруг пошли песни сами собой. Я никогда этим не занималась, я никогда не писала песни. И тут пошла одна песня, вторая, третья. И премьера состоялась. На сцену выходили профессиональные артисты и те, для кого искусство – это неотъемлемая часть жизни. А выступить на сцене летнего театра – большая ответственность. Продолжение традиции Соколовых, Телешовых, которые возрождали Малаховку, делали ее творческой. Но здесь на подмостках начинала Шаляпин, начинала Раневская. Здесь живет душа, здесь живут артисты, здесь живут спектакли, здесь живет творчество. Звезда моя, всей душою чудо. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.